Республиканский конкурс-фестиваль ингушской культуры «Этнос» прошел на базе Национальной библиотеки в Сунже. Его приурочили к 30-летию Ингушетии. Это цикл мероприятий, в нем участвуют школьники со всех районов республики. Конкурс включает в себя 7 туров, где ребят проверяют на знания наших обычаев, традиций, культуры и языка. Наша цель – это повышение знаний подрастающего поколения о культурных и исторических особенностях нашего народа. Мы заранее передаем школам в электронном или распечатанном виде специальный журнал, где есть 300 фактов об ингушах, и мотивируем ребят на то, чтобы они все это заучили и знали тем, что говорим, что позже будет игра, конкурс, ваша школа будет в нем участвовать. И таким образом команды бывают вынуждены все это выучить, и вот такой мотивационной специальной системой, игровым методом мы пытаемся повысить количество наших подростков, подрастающего поколения, которые знают максимально много о нашей культуре обычаев.